Ежегодно гриппом заболевает 1 миллиард человек, от 3 до 5 миллионов в тяжелой форме, до 650 тысяч человек умирают. Угроза пандемии присутствует постоянно. Однако ее начало предсказать невозможно, потому что вирус гриппа – один из самых изменчивых и может преодолевать межвидовой барьер. Например, он может передаваться от птиц свиньям и потом человеку. Еще вирус гриппа способен к рекомбинации. Это значит, генетические сегменты двух типов вирусов могут смешиваться и образовывать гибрид. В 1957 году из-за рекомбинации вирусов птичьего и человеческого гриппа появился новый пандемический вирус. Он унес 2 миллиона жизней. Самый быстрый путь распространения гриппа – воздушный. Ослабляя клетки дыхательных путей, грипп облегчает попадание в организм и другим возбудителям, например, пневмонии. Опаснее всего грипп для детей, беременных, пожилых и хронически больных людей. Самый действенный способ защиты от гриппа – вакцинация. Она способна снизить риск заражения на 70-80%. У людей с болезнями сердца и легких прививка снижает летальность на 28%, риск инфаркта миокарда на 50%, инсульта на 24%. Вакцины от гриппа применяются уже более 60 лет во всем мире. Они достоверно эффективны и безопасны.